Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве HTC Desire 628 произвести операцию Factory Reset, то есть сброс всех настроек телефона до заводских. Для начала открываем настройки. Затем переходим в раздел резервное копирование и сброс. Сброс настроек телефона и нажимаем ОК. И затем еще раз. И после этого телефон будет перезапущен в течение пары минут. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.